Я зашла в китайский магазинчик и просто шарахнулась от вот этой маски. Это же маска, представьте себе, на Хэллоуин. Или не маска. А куда же эту голову девать? Просто вешать как декор? Я думала, это маска. И это тоже не маска. Тю, как странно. Короче, тут для Хэллоуина столько всего продается. Вот это вот из скелетов гирлянда, к примеру. А еще делать грим. Очень много всякого разного грима для Хэллоуина. Вот это была бы здесь Настя, она бы сказала, что из этого классно. Я думаю, вот это классный. Он такими маленькими карандашками идет. Куплю, наверное, возьму Настю. Может, она какой-то грим себе нарисует на Хэллоуин. Еще вот такой интересный грим, гляньте, продается. 3,90. Достаточно много разных цветов, достаточно крупные карандашики. И даже какая-то вот такая штучка. С губкой даже. Видите, тоже для Насти возьму. Она любитель такого. А вот вам грим, гляньте, как вам в виде черепа сделан. Вот. С бровями. О, вот еще эти карандашики. Только как-то по-другому упакованы. Так, еще тут гора гирлянд тыкв. И просто тыкв разных, которые, наверное, светятся. Вот, целое огромное множество. Даже ведро в виде тыквы. По-моему, из фетра, кстати. Да, из фетра ведро. Какой-то человечек вот такой вот. Черные тыквы. А это вообще... Смотрите, муляж настоящей вырезанной тыквы. Обалдеть. На самом деле, знаете, что это пенопласт, оно лягусенькое. Вообще. Так похоже на настоящую тыкву, надо же так сделать. О, оно еще и подсвечивается. Попробовала включить, не светится. Батарейки, наверное, сели. Ну, я тут такую только одну вижу в одном экземпляре. Интересно, какая цена у такого. 12 евро. Ну, понятное дело, что ее за 12 евро покупать не буду. Но, ого, фонарь, гляньте. У меня дар речи пропадает, я не знаю, что говорить. Из-за некоторых вещей. Свечечка на Хэллоуин, как вам? В виде тыквы. Куда я краски положила? Какие-то прикольные, наверное, щелкающие зубами. Вот такие вот черепа мумии. А, ну вот, да. Когда едут, щелкают зубами. Понятно. Только как-то надо ставить на ровную поверхность, скорее всего. Ну, лисенку я такое покупать не хочу. А вот какой-нибудь прыгающий глаз, это, наверное, можно. Тут вот куча всяких разных штучек. Нет, ерунда, не заводится даже. Так, давайте смотреть дальше. О, господи, памятники. Какой ужас. Просто кошмар. Тоже из какого-то пенопласта. 4 евро. Я просто таких товаров на Хэллоуин у нас не видела. Жесть. И за это отдать 4 евро. Так, что тут дальше? Наручники с ключиками. Сжала все пальчики и играешь там на чем-нибудь в машине. Прикольные. Главное, теплые. Бабушка принесла рукавички, которые обрезаны с двух сторон. То есть не до конца тут пальцы могут торчать сверху. Это так, да, в машине погреть руки и можно. И что-то делать. Сколько они стоят? Полторы. Полтора. Можно от зайчика подарить. Так, ну, смотрим, что тут еще. Быстрее. Подожди, мне товары на Хэллоуин. Интересно посмотреть. Глянь, это что, очки этой Леди Баг? Наверное. Смотри. В виде жучка. Они же, наверное, просто с прозрачными стеклами, правильно? Или нижние? Вообще без стекла. Или вообще, да. А реально они вообще без стекла. Такое тоже от зайчика можно, кстати, подарить. Прикольная штучка. Так, что здесь еще есть на Хэллоуин? О, боже, полицейская шапка. Блин. Ого! А вот это вот, блядь. Ой, тут какие-то шапки викингов, короче. Вот такие.
Где цена? Не вижу цену. Мне интересно, сколько они стоят. 5,80. 6 евро вот такая шапка. Слушайте, очень даже ничего. Но на Хэллоуин, наверное, не подходит. Что это? Очки с одним глазом? Да. Жесть. Кому-то бы очень понравилась на Хэллоуин такая штука. Викинг бабушка, ужас. Я тебя боюсь. Я уже стою. Я там нашла еще кое-что хотела тебе. Так, ну такое мы и у нас видали. Правда, с языком никогда не видела. Язык торчащий. Я даже не знаю, его как-то выпихивают. Шевелится ли он на самом деле или как, или так и торчит. Но нет, вот у следующего он внизу. То есть ты что, засовываешь туда свой язык и реально вот это им шевелишь? Фу, какая гадость. Хотя, с другой стороны, знаете, если идет человек в такой маске, сначала думаешь, да, это маска, и вдруг он шевелит языком. Стремно? Наверное, в этом вся и задумка. Весь прикол. Дальше какие-то детские маски идут вот такие на Хэллоуин. О, и опять эта маска. Мне мама сказала, Костя, что вот эта маска чумного доктора. Что когда ходила чума, доктора надевали такие маски с длинным носом, чтобы типа не это не заразить. И Алиса выпрашивала ей такую маску, кстати, купить. Но она там диких денег стоила. А здесь она 5,90. Ну, конечно. А там она мам стоила, наверное, 40 евро. Представь себе, какая разница. Ну, точно такая же маска, даже это покрасивее. Надо ей зайчика купить. Слушайте, я где-то положила эти карандаши, что хотела купить, и теперь не могу их найти. А, вот они. Вот они лежат. Сейчас будем складывать то, что берем. Здесь я для Насти взяла грим. Я не знаю, ей немало будет. Вот я, в принципе, увидела там наборчик получше. Может, его лучше взять сейчас, Диан. Вот он. Смотри, как думаешь. А ну, покажи мне тот. Сравнить. В принципе, тут всего на один карандаш больше, но цвета совершенно разные. Вообще разные. Бабушка спрашивает, не хочу ли такое зайчика подарить. Я говорю, ну такой ей, может, и понравится, малый. Можно и подарить. Он такой симпатичный, не злой. И тыквы вот антистрессы явно, чтобы мять. Да ладно, ты слышишь звук? Там арбизы внутри с водой. Дальше. Страх. Выглядит страшно. О, бабушка мне указала на паутину. Паутина продается для дома. У нас, наверное, мам за 7 месяцев дом и так зарос паутиной. Нам покупать не надо. Ого, сколько тут всяких рожек прикольных. Ничего себе. Причем же не то, как Хэллоуин, а вон мышки всякие. Микки Маус. Ну, смотри, какая паутина с пауком. Красивая. Ой. Ты чуть себе по лицу не дала. А паук еще с присоской, кстати. Что-то мне подсказывает, что он отдельно продается, нет? Да нет. Но стой, ее так не видно. О, а вот так видно. На окно. 2,50, вешаешь. Кстати, она не так уж и дорого. Просто везти это в машине. Так вот уж. Хотя мы еще больше вещей понапокупали. А это нос? Посмотри, это нос. Бабу-ягу типа играть. А помнишь, как мы хотели бабу-ягу сделать и не могли придумать, как ей нос сделать? И вот пальцы с когтями тоже прикольные. Это, между прочим, очень прикольные штуки, которые мы когда-то искали. Нос бабы-яги мне прям вот нравится. Еще нос. О, этот тоже классный. Этот вообще натуральный. Ну, только он серый, а этот телесный. Понимаешь? Что это? Этот укол. Обалдеть. Шприц. Огромный наверное, укол. Наверное, брызгает водой. Наверное. Пугать. Деток. А вон огромная бутылка тоже. Ложи. Берешь. Да, нос бабы я не возьму. А какой-то темный ты взяла? Да, они все одинаковые. Смотри, он какой-то темный. Там висел светлее, казался. Вот этот явно светлее.
Так, светлее, значит, тонешь, а поломается. Да при чем поломается? А этот на какого-то негра рассчитан. Ну, ты к светлому телу... Ты думаешь, они прям разные по специально? Ну, возьми вот этот, он тоже светлый. Да. Мне кажется, они просто где-то толще пластмасса, да, а где-то нет, тоньше просвечивается, вот и все. Пиратские повязки, кстати, здесь тоже. Вот тоже, понимаешь, когда квест какой-то пиратский делаешь, это вот прям незаменимая штука. Давай быстрее. А что это такое? Для чего? Ну как, на Хэллоуин. Просто бегать с ней? Да. 3 евро стоит. Прикольная такая. Стучать, бегать. Да, конечно. Подожди, тут быстрее не получается, потому что очень уже интересно. Я думаю, в этом году в Украине Хэллоуин праздновать не будет. Слушай, вот это надо Кате показать. Она себе раны какие-то делает там для видео. А здесь прям, глянь, готовые. Надеваешь, и кажется, что ты загнал гвоздь в кожу. Ну, сними. Жестяк. Рубки есть вот. О, рожок. Костя сегодня случайно Алисин рожок поломал. Она так плакала. Говорит, мой любимый рожок. Да, это не такой рожок. Думаешь, этот не звучит? Ну, я тот здесь покупала. Надо найти. Короче, тут пиратского дофига и больше. Всякие пиратские вот эти вот штуки. Если пиратский квест... Тут я делала на 7 лет когда-то Кате пиратский квест. Они с друзьями раскапывали клад на пляже. Мне так нужны были вот подобные штуки, но я их нигде не могла найти. Вот, а здесь их завались. Просто, смотри, 40 евро стоит. О, боже. Огромное это. Слушай, ну у них и вещи, честно говоря, фантазия, если честно. Учитывая то, что мы видели за представление тогда, мы с вами, я вам не рассказывала, я просто не стала снимать это на видео, но выбежали Фредди Крюгер, короче, с такими когтями, какой-то мужик с бензопилой, с какими-то еще там мечами, и начали бежать в толпу, там, где сидят дети маленьких, представления смотрят. Эта бензопила включалась, ну, звук был, как у реальной бензопилы. И они делали вид, что они на людей нападали. Кошмар, там дети поперепугались. Костя говорит, испанцы своих детей не берегут. Но это точно не украинский веночек. Как ты думаешь? Это скорее какая-то... Я так не думаю. Какая-то... У меня даже такой мысли не мелькнуло. А мне мелькнуло. Какая-то медуза или кто, я не знаю. Кто это? Блин, столько интересных товаров, что невозможно быстрее. Глянь, ожерелье на Хэллоуин, мам. Из косточек. О, еще из зубов есть. Конечно, еще и четверть магазина не прошла, потому что тут выложили товары на Хэллоуин, и они все меня очень удивляют. Мне хочется их все посмотреть. Господи, скелетов таких я тоже никогда не видела. Вы видели таких скелетов? Скелет-клоун. Ну это ж надо додуматься, слушай. Тут ребенку психику испортить? Ёлы-палы, не дай бог такого домой купить. Жесть. О, вот это вот Насте бы понравилось. Мейкап-крем. Это типа, если ты хочешь, смотри, нарисовать этого, забыла, как он называется, из фильма, то ты вот этим вот синим лицо обмазываешь. Это очень крутые штуки тоже. Что там роняешь? Что ты там завалила кого? Кто это? Давай, переходи уже от этого всего к костюму. Подожди, я к Хэллоуин досмотрю. У меня получится целое видео чисто про Хэллоуин. Какие жуткие маски. Давайте померяем. Ничего не жутко, красивенько. Так, бабушка меня отсюда увела, а я сюда вернулась, потому что я что-то здесь хотела вам показать. О, вот эти вот усы. Я хотела посмотреть, что это за усы такие. Это чтобы лепить себе усы. Представляете, стоит 1,5 евро, и можно прилепить усики. На все дни недели расписаны. Надо тоже Кате показать, может быть, ей пригодится для съемок где-то. Не, ну реально, это может пригодиться для съемок. Даже очень. Ого, лук. Лук с перьями. Тоже прикольно выглядит очень. Так, что здесь еще? Здесь есть сердце. О, боже, ну оно на ощупь странное. Есть накладные уши. Так, нос Бабы-Яги. Мы купили какой другой, да? Такой мы не брали. Такой давайте тоже возьмем. Пригодится. Где-нибудь какую-то сказку буду снимать с Алисой.
и детьми, но с Бабой-Яги нам точно пригодится. Вот, вообще много чего могло бы пригодиться. Смотрите, это надевается на шею. И такое ощущение, что кровь, кошмар. Тоже на Хэллоуин такая штука. Учитывая, что происходит у нас в стране, мне кажется, в этом году Хэллоуин никто не захочет праздновать, но я могу ошибаться. Поэтому даже интересно, увидим с вами, как будут люди праздновать, не будут. Но вот эти вот обручи меня еще поражают. Обруч, посмотрите. Типа тебе в голову это топор воткнули или нож. Жестяк. Просто жестяк. А это что такое? Когти какие-то. Лапа Фредди Крюгера. Похоже на то. Да, ребятки. Да, конечно. Это тоже на голову. Судя по картинке. Обруч на голову. Мдамс. Сейчас, конечно, такие страхи видеть не очень хочется. Поэтому пройдем мимо и купим по минимуму то, что я вам показывала. А так вот, целый ряд посвящен Хэллоуину. О, паучки. Паучки пугать Алиску. 1,50, конечно, возьмем. Нет, зайчика под подушку, конечно, мы где-то накидаем. А может, и Катю удастся напугать. А как вам это? Помните, как мы Косте выдумывали, как нарисовать костюм графа Дракулы? Готовые костюмы продаются по 5 евро. Вот такие вот всякие. Вот на ребенка прикольный. Только рожек тут явно нет. Рожки надо где-то отдельно. Я думаю, что это просто плащ продается. Вот. А, и вот еще куча костюмов. И шляп. Еще себе не ассортимент быстренько обновили. А вот, посмотрите. Слушайте, ну это, конечно, да. Пол магазина посвящено Хэллоуину. Так резко, так быстро. Это больше похоже на вот этот вот трезубец Нептуна, который из моря выходит. Да, интересно детям жить в Испании, конечно. Можно найти все, что угодно. Усы клеются. Зачем мне такие усы? Ну, мало ли кому-то там из мужчин. А потом, где видела, вот всякие там кровь всякая, смотри. Это типа ты загнал, это как капроновые чулок, я так понимаю, надеваешь. Типа ты загнал там себе в палец что-то. Ну, короче, посмотри, тут все к Хэллоуину, ну, может, ты тут что-то найдешь. О, зубы. Я зубы вообще не видела. Гляньте, какие прикольные зубы. Не, они реально прикольные. Таких зубов никогда не видела в продаже. Обычно какие-то, ну, одинаковые продаются, а тут прямо разные. Обалдеть. Даже вон отдельно клыки. Кать, смотри, клыки отдельно продаются. Тебе не пригодится такой? Надеть. Боже, глянь. Жесть, посмотри, нарисованы патриотические зубы. Желтый с синим. Бабушка, ну дай нам посмотреть. Ну иди сядь еще. Что ты вообще не физкультурная? Ходить больше надо. Повесить. А что он с рыбьим хвостом? Русалки. А, это скелет русалки. Да уж, Кать, ты оригиналка. Ну, нравится тебе, давай купим. Да не, мне оно не надо. Просто если... Ну, мне скелет русалки как-то, не знаю, стрёмно. А в Ашане тоже оригинальные товары к Хэллоуину. На маленьких деток вот такие вот прикольные, смотрите, бодики, тапочки, тыквочки, костюмчики. О, господи! Не, ну это что-то. Маленький ребеночек в таком костюмчике. Масочки в Ашане еще. На деток уже постарше. Кстати, вот этот вот костюм, наверное, на Алису даже. И даже на взрослых людей здесь есть костюмы. Такие вот домашние, со скелетами. Мне похоже на эту стрекозу нарисовано. На Катю даже есть. Еще неплохого качества костюмчика.